Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет видео о пустышках, за вторая часть за ноябрь. Ну, давайте приступим. Первое, что здесь не попадается в моей сумочке, это вот такой кондиционер от Sunday. Кондиционер для белья, здесь 1 литр. Это у нас идет бархат пиона. Очень он мне нравится. Покупала я его уже неоднократно покупала в магазине Доброцен. Очень бюджетная цена. Шикарный аромат. Очень хорошо смягчает белье. Я просто довольна этим кондиционером и обязательно повторю. Ну вот, закончился. Так что, если у кого есть такой магазин Доброцен или вот такие кондиционеры, ну, не сказать, что прям очень резкий аромат от белья. Нет, нежный, но чувствуется даже в когда в квартиру заходишь, вот аромат, вот этот цветочный, но он легкий. Так что, кто не любит вот прям сильные такие ядовитые, можете брать, он не такой. Так, далее, из средств для стирки у меня закончился вот такой гель-концентрат от Bimax ароматерапия. Я покупала его также в магазине Доброцен. Он там дешевле, чем фикс прайс. Здесь у нас рассчитан на 20 стирок, объем 1300 грамм. Я не помню, сколько фикс прайс, может быть, там меньше. Но вот этот что-то 160 рублей с чем-то где-то стоит вот за 1300 грамм. Я думаю, что это недорого. Шикарный аромат от белья. Здесь, как видите, идет он и концентрат, ароматерапия, уже как бы кондиционер добавлен, как я понимаю. Густой. Хватает надолго, не засекала, конечно, не рассчитывала, сколько стирок, но мне очень нравится. Хорошо отстирывать белье, повторять буду. Очень мне понравился этот гель для стирки. Так, затем, сейчас посмотрим, что тут для стирки есть. Для стирки, наверное, все. Сейчас тут пойду по ноской, извиняюсь, никак без спецэффектов. Дальше, да, здесь будет утюжи. Ну, если что-то попадется, будет или нет, то уже остальные средства идут для уборки. Ладно, давайте приступим. Выбрасываю вот эту саниту, гель антиржавчина. Что-то она мне разонравилась. Уже второй раз покупаю, она какая-то жидковатая стала. И она у меня совершенно не справлялась с ржавчиной. Я всегда ее хвалила, всегда советовала. Сейчас не пойму, хуже качество стало. И я купила, вот это покупала в магазине Fix Price саниту. Купила в Доброцене Досю. Шикарно мне отмыла раковину. Все вообще мне очень нравится. Поэтому буду покупать Досю саниту. Пока брать не буду. Ну и, соответственно, сейчас не могу советовать. Так как качество стало хуже. Хотя раньше я всегда вам хвалила. Так, продолжаем. Еще одно средство. Тоже для сантехники. Антиржавчина гель от Mr. Des. Здесь без хлора, но вот это хорошее средство. Мне понравилось. Вот этот Mr. Des линейка очень широко представлена в магазине Доброцен у нас. Как видите, тут эко-значок идет, линия эко. Очень много. Я брала для очистки ковров. Мне очень понравился. Это, как бы там, ну, спреем он идет, тоже средство. Буду повторять. Затем я брала пятновыводитель. Тоже хороший. Что-то еще и покупала. Ну, очень много там средств. Так что вот этот гель могу советовать. И тем более, кто не любит запах хлора, то можете брать. У него легкий такой аромат. Сейчас не знаю, открою, если. Да, легкий такой. Ну, есть как бы химозный какой-то аромат. Но он не противный, не резкий. Самое главное, кто не любит хлор, можете брать. Отлично справляется, но все-таки Доси мне понравилось больше, как вот именно ржавчина. А так сантехнику чистит очень хорошо. И ванну я им чистила, и унитаз, и раковину. Так, затем еще покажу от Синергетик вот такое биоразлагаемое мыло, арома магия, гипоаллергенное. Здесь такой цветочный аромат был, но оно у меня стояло где-то около года, и что-то мне не понравился аромат уже у этого мыла. И я его использовала как средство для мытья посуды взяла. Ну, как мыло не стало. На кухне я, правда, в дозатор налила, да, на кухне. А так мыло посуду. Ну, неплохое. Посуду, в принципе, отмывала, мылилась. Так что хорошее средство. Такое среднее. Ну, для мытья рук, не знаю, я бы не советовала. Ну, и для посуды так тоже средненькое, в принципе. Но повторять не буду, потому что я слышала тоже, девочки, как бы не очень хорошие отзывы на Синергетик, на линейку.
Я вот только мыло покупала, больше ничего не было. Так, дальше. Что у нас тут пойдет, наверное, уже уход. Да. Для мытья тела теперь средства. Закончился у нас вот такой вот крем-гель для душа от Palmolive. Кокосовое молочко с экстрактом кокоса. Шикарный гель для душа. Вот от Palmolive крем-гели просто я вот их полюбила. Они увлажняют кожу. Шикарные ароматы у них. На теле остается аромат, на всю ванную комнату. Очень мне понравился этот гель для душа. Сыну и дочери. Ну вот втроем закончили. Очень хороший гель для душа, поэтому ну как-нибудь со временем повторю. Так, для волос у меня закончился вот такой бальзам-ополаскиватель. Шампунь еще стоит, ну надеюсь, что в следующих пустышках, наверное, уже будет и шампунь. Для тонких и нормальных волос гиалурон пептид комплекс вот от жесткой воды, уже вот такой налет. Advanced Technics, это Avon. Хороший мне понравился, и шампунь нравится, и вот этот бальзам. Но надо тоже осторожно, слишком много не наносить на волосы, потому что утяжеляет. На корни волос я старалась не наносить, потому что у меня у корней жирные волосы, и поэтому аккуратнее обращалась, как бы применяла его. Так, затем закончилось у меня вот такое вот детское жидкое крем-мыло, успокаивающее, с экстрактом ромашки. От 0 плюс, оно у меня стояло как бы вместо интимки. Покупала в магазине Светофор, тоже очень бюджетно. Хорошее мыло, легкий такой приятный аромат. Сразу вспоминается, как детям я покупала такое мыло. Хорошее мыло от фабрики Весна. Повторять буду. Мне понравилось. Так, оно такое густое, пенится очень хорошо. Далее. Использовала, покупала вот такую краску для волос себе от Palette, оттенок баклажан. Ну, тогда действительно очень стойкая крем-краска, шикарно закрашивает седину, даже вот такой красноватый оттенок, да, вот он на свету получился, он даже потемнее у меня, потому что волосы темные, красивый оттенок, я люблю такие сливы, баклажан, что-то вот вишня, вот такими крашусь. Ну, самое главное, что очень хорошо закрашивает седину. Не сжег у меня волосы, ничего. Волосы блестят. Вот от этой краски у меня очень шикарно блестят волосы. Многие даже думают, что я делала ламинирование. Хотя здесь эффекта такого нет. Просто, как вы видите, кератин, пантенол и внутри масло какое-то. Тройной уход. Ну, вот мне нравится. Ну, и самое главное, что мне нужно, чтобы закрашивала седину. Она с этим справляется. Так, дальше. Вот еще что покажу. Сейчас у меня закончился, принимала ванную. И уже доиспользовала вот такой скраб. Уголь от народных рецептов. Скраб для тела, антицеллюлитный детокс. Эффект лимфодренажного массажа. Действительно, кожа гладенькая-гладенькая встает. Но здесь такие крупные частички, что он у меня здесь 120 грамм, просто не выдавливался вот здесь через дозатор. Вот эти соляные частички никак бы не давали средству выдавиться. И мне пришлось уже где-то на половине использования разрезать. Он такой был черного цвета, но здесь уже не видно будет. Ну вот здесь осталось немножко. Я ополаскивала, потому что чтобы не совсем страшная баночка была. Покупала я фикс прайс. Ну, это как бы был подарок. Там много средств брала я себе на день рождения. Вот моя тетя была, она как бы денежки мне дала и купи все, что хочешь. Ну, вот я решила взять вот такой скраб тоже в числе там других покупок. Хороший скрабик. Ну, вот один минус, что плохо выдавливается. Вот это, да, невозможно, можно сказать, его вообще выдавить и приходится разрезать. А эффект от него шикарный. Действительно, скрабирует кожу вообще замечательно. Так. Ну, тут уже идут салфеточки. И вот так, ну вот еще. Давайте покажу. Немножко этот раз, не так много средств закончилось. Ну, все, что есть, я вам покажу. Так, из уходового еще, сейчас я вот тоже доиспользовала вот такую маску от Avon Planet Spa, райское увлажнение с маслом оливы. Сама ткань я как бы на один раз только ее использую, но у меня еще остается сыворотка, еще раз на 2-3 мне хватает, я просто кисточкой наношу на лицо и смываю. Вот сейчас я сижу с этой маской, сейчас сын примет ванную, схожу, смою. Действительно, очень хорошее увлажнение.
Никакого там, конечно, подтягивания нет, но действительно очень хорошо увлажняет. Полотно ткань вот этой маски очень хорошая, мне очень понравилось, закрывает полностью все лицо, претензий вообще никаких нет, именно к самой масочке, к ткани, к самой. И, ну и увлажнение очень хорошее, у кого сухая кожа, так что можете брать, действительно хорошо увлажняет, мне понравилось. Так, ну, закончились у меня вот такие ватные диски от Папи. Покупала я, вроде в магазине Пятерочка они продаются. Так, далее. Закончились у нас. Сейчас я покупала, вам в покупках показывала, опять купила вот такие влажные антибактериальные салфетки. Они продаются у нас в магазине Fix Price. Здесь 120 штук. Но они не на спирту идут, но все равно покупаю. Хорошее, мне нравится полотно. Я обрабатываю им покупки, когда прихожу с магазина, протираю этими салфеточками. Ну и что-то так на кухню, там в ванной комнате у нас там лоток у кошки стоит, если что-то мимо она сходит, я протираю. Так, затем выбрасываю упаковочку влажных салфеток для детей от КТ. Тоже брала Fix Price, здесь 20 штук, я их как интимки использую на работу, с собой беру в сумочку. Хорошие салфеточки, неплохие, никакого раздражения нет от них, ничего. Так, теперь еще такое вот одно средство закончилось, как бы декоративка, как уход, можно сказать. Это был праймер для век. Заказывала я его то ли в Джуме, то ли в Пандао. Китайский. Очень он мне понравился, кстати. Хватает вообще надолго. Он такой гелевый, как бы структурки был. Тени действительно держатся дольше, наносятся лучше, не осыпаются. Хороший праймер. Я вот действительно я брала по отзывам. И даже нисколько не пожалела. И хватает очень надолго. Так что вот если увидите в этих интернет-магазинах, можете заказать. Кому нужен, конечно, этот праймер. Хороший, действительно. Эффект от него неплохой. Так, ну и у мужа выбрасываю. Закончился аромат, парфюм Avon Attraction мужской. Все, закончился. Выкидываю. Такой красивый флакон, конечно. Аромат шикарный. Мне очень нравился, мужу нравился. Мужской такой, все как обычно. Сейчас уже почти не пахнет, как он пролежал где-то недельку в сумке в этой. Ну вот, все. Использовала он и стратил. Выбрасываем. Ну вот такие пустышки у меня были за вторую половину ноября. Не так уж и много, я думаю. Тут в основном уборка, средства для уборки, для стирки. Ухода не так много. Ну, в следующий раз, может быть, за первую половину декабря будет и побольше. Так что видео небольшое. Я думаю, что вы не устали. Ну, может быть, действительно буду чем-то полезна своими отзывами. Говорю все как есть. Честные отзывы, ничего не скрываю. Все минусы, все плюсы называю. Так что, кому понравилось данное видео, нажимайте на лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Очень рада буду новым друзьям. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео на моем канале. Всем всего доброго, до новых встреч на моем канале. Всем крепкого-крепкого здоровья, берегите себя, берегите своих близких, не болейте. До новых встреч. Пока-пока.